9 июля, ровно 6 часов. Ну, вот они тренируются, спасатели. Вон он плывет, вон тащит утопающего, а тот его подбадривает. Не что помочь, подбадривает. Ну, они молодцы, тренируются каждый божий день. Так что хвала им. Надеюсь, вот, вытащили. Вытащили. Вот он. Вдвоем тащит. Сейчас будут делать ему искусственное дыхание. Чайки летают очень низко. Я их тоже боюсь. Вот, сейчас они вот такие спасать. Они имеют у него давление, да? Угу. Давление. Не считают. В общем, у нас спасатели работают. Тренируются каждый божий день. Они такие черные, загорелые. Бывает так, что каждый год одни и те же. Теперь, наверное, они перевернули его на бок и, наверное, сливает воду, что у него попало, якобы. Угу. Интересный момент. Вот это у нас меня продолжается. Ожил. Ожил, спасли. Хвала спасателям. Вот так вот. У них такие досточки специально. Вот здесь еще одна такая досточка. Ну, спасательный круг был на нем одет. Так что вот так вот. А вот этот спасательный круг уже лежит 2 дня. Тут кто-то его забыл. Никто его не берет. После пяти остаются практически на пляже одни иностранцы. Потому что иностранцы не привыкли в таком порядке, как в Японии. В Японии как в армии. Сказано было в 5 уходить. 5. Значит, надо в 5 уходить. Все. А иностранцев нет. Ну вот, сейчас они сделают отчет. И все. Потом встанут, поклоняются друг другу и скажут спасибо за проделанную работу. И все. Вот такое видео. Спасатели. А там далеко сидит русский товарищ. Почему русский? Объяснить могу. Русские ходят в плавках, а иностранцы, все остальные, не ходят. Они ходят таких, как в шортах, ну, таких длинных трусах таких. А наши ходят в плавках. Ну, иностранцев это не принято у других. Ну,
Сейчас посмотрим, будут они кланяться или нет. Нет, пошли опять. Сейчас скажут, нельзя снимать. Угу. Вот еще раз поплыли. Они бегают. После рабочего дня они еще бегают и еще плавают. То есть они поддерживают физическую форму, не просто так. Вот. Ну вот, хорошо. А это просто, наверное. Ну потом все-таки они выйдут и скажут друг другу спасибо. А тут они, наверное, еще раз будут повторять. Один старший будет им показывать. И пусть тренируются дальше. Молодцы. Это пошли корабли. Вообще море очень тихое. Вот, и ветра нет такого. А это прошли корабли на выход из Йокохама порта, Токио порта. И вот пошли такие волны. Ну, все маленькие. Но это не плывут. Как дельфины. Ну все. Пока-пока. Всем спасателям. Так что у нас спасатели квалифицированные.